Так, ребятки, всем доброго времени суток, нихао, алоха и все в этом роде. Как ваше настроение? Дождались пятницу, да? Так что вот так вот. Ну что, у нас подошел очередной крайне заключительный день турнира, он же финал. Пойдемте глянем, что-то вы все молчите, хоть комментируйте, делитесь своим прогрессом в турнире. Не знаю, почему такая тишина. Ну, понимаю, что у кого-то такие тяжелые рабочие недели. Но все же, давайте посмотрим, что у нас там подошло на пятницу. Так, турнир. Так, турнир. У меня топ-10. Так, смотрите, последний день сражения, кровавая битва, исцеление и воскрешение не имеет никакого эффекта. Четверки без фиолетовых. Вот такая у меня оборона, ребятки. Пойдемте посмотрим, что там у нас по нападениям. Ну, оборона Б, ребят. У нас получается 4 победы и 4 проигрыша. 50-50. Нормально. Я только рад. Мне нравится. Хотя бы так. Ну что, давайте выкупимся. Выкупаемся. Отлично. Ну что, поехали тапком, ребятки. Так, ребят, вот такой тапок поставил медведицу. Вот такой соперник. Весь на альфа-словах. Весь крутой. Душанбе, каблук, карате. Шубу добудь, шубе догуляй. Поехали, посмотрим, что у нас получится. Самое главное, чтобы поляна зашла, а там попробуем как-то выковырять победу. Ну, шикарно, да? Так, ну давайте, что подскажет нам компьютер? А, фиолетовый, да? Сместить. Вот это я не знаю, давайте я, наверное, четверку подтяну, желтую. Ага, вот так сделаем. Давайте все-таки четверочку прокину. Хорошо. Давайте вот так синюю сделаем. Тройку подтянем, да? Теперь давайте... Блин, медведица откатилась, да? Ай-яй-яй. Пошел удар. Сильно, сильно, не спорю. Не спорю, ребята, сильный. Сильный соперник. Так, ну что мы теперь делаем? Нам, скорее всего, нужно работать, ребята, вот в тот угол. Вот, да-да-да, в тот угол. Так сделаем, взорвемся. Я так маленько спешу, конечно, ребят, но... Я примерно соображаю, что к чему сейчас на участке здесь происходит на поляне. На участке, говорю. Так, ну что, у нас есть вот такой отличный ход. Зеленый, да? Ага. Хорошо, давайте сделаем так, давайте вот так пронесем, ага, вот так, хорошо, хорошо, ребят, ага, так, ну что, давайте утенка еще раз грызанем, так, это сюда сделаем, ага, и закроем вот так и взорвемся, так, хорошо. Хорошо, ну давайте раз, раз, раз. Взорвемся. Ага. Ну как-то так, ребят. Как-то так. Та-ра-ра-рам. Ну что? Михалыча так что не активировали, да? Он даже, наверное, не победился нам. Так, ну давайте так прокинем. Надо завершать. Опа. Отлично. Так, ну что, первый тапок. Поместили все в карман, едем дальше. Так, ребятки, смотрите, вот такой соперник. Там два Коляна, грим. Бу-бу-бу, медведицу оставлю. Давайте попробуем такой тапочек сыграть. Давайте, поехали. Медведица, медведица. Так, смотрите, шикарный ход. Раз. Хорошо. Шикарнейший ход, два. Ага. Хорошо. Так, ребятки, давайте вот так желтый прокинем. Ага. Отлично. Хорошо. Колян там нам не угрожает ничем, в принципе. Давайте перекроем такс и вот так сделаем. Ага. Ну и будем в пустоту. Троечку прокинем. Теперь давайте... Вот так сыграем. В пустоту зеленый.
зарядим нашего пупсика мохнатого. Давайте так. Давайте сюда. По центру троечка. Опа-на. Опа-на. Хорошо. Давайте грим. Давайте Колян левый. Ага. Ну давайте теперь под ними работать. Смотрим. Так, ну что. Ну давайте желтый центр. Ага. Давайте красный центр. Ага. Ну давайте зеленый прокинем Коляна. Хорошо, Колян, хорошо. Силен, силен, конечно. Еще такой удар один. И будет бобо. Так, давайте думать. Есть. Поглядеть. Ну давайте, наверное, по подсказке. Ой, блин, промазал. Ну да ладно. Так, давайте так. Ой-ой-ой. А вот это уже чрево. Конечно, конечно. Ой, ребята, ребята, я не знаю. Я не знаю, что такое. Что за поляны? Так, можно я хотя бы Соньку заберу? Спасибо большое. Хотя бы. Ну так, вот второй бой. Ну что, ожидаемо, ребят, ожидаемо. Все-таки соперник сильней на порядок. Едем дальше, ребят. Так, ребятки, ну что, тут я уже как понимаю, что я фаниться начинаю. Потому что что-то меня напрягать начинает, это пятый день заключительный. Взял, короче, фон, воротики. Не знаю, что делать еще. Давайте поехали, бог с ним. У нас два еще боя. В топ-5, в принципе, если будет, топ-10. На топ-5, я думаю, должно быть. То я согласен, в принципе. Так, аккуратненько троечку прокидываем, вот такую, ага.
Очень аккуратненько давайте вот здесь фиолетовый прокинем. Вдруг что, черт не шутит. Нет, черт не шутит. Так, сдавайте тогда четверочку желтую. Ага. Давайте троечку здесь взорвем. Хорошо. Так, фон. Чуть-чуть фон осталось, да? Ну, давайте вот так зарядим наших желтых. Так, Кедман. Ага. Ну, давайте работать в таком случае вот так. Раз. Давайте два. Ага, стойкость. Хорошо, пусть будет так, ребята, пусть будет так. Ага. Давайте вот так зеленый. Блин, мне надо красный надыбать. Ну-ка, давайте красным прокину, фон зарядим. Не знаю, отыграет здесь фон, не отыграет. Я надеюсь, что что-то должно получиться с ней, если она выживет. Ну, давайте фон. Давайте синий прокинем зеленым. Хорошо. Ой, тетя. Тихо. Да сколько там у вас, уклонился. Ну, посмотрите, не зря я взял, да, ребят? Ну что, давайте тогда вот так делать. Раз. Мимо. Давайте так. Два. Ага. Давайте так. Давайте так. Хорошо. Ну, давайте желтый подтащим. Угу. Давайте Кедмана уберем. Давайте троечку по центру в пустоту желтую. Ну и давайте по шакалу работать. Вот так. В принципе, ребят, кто со мной согласится, что фон, в принципе, свое дело сделал. Один раз ультануло, но три героя. Кедман увернулся раз, там еще кто-то парочку раз увернулся. В принципе, она свое дело сделала. Причем в нужный момент. Ну что, едем дальше, ребятки. Ну что, ребятки, заключительный этапок. Вернул медведицу. Единственное, что рокировку сделал, поставил медведицу по центру, Люську убрал. Может быть, зря. Ну, поехали, бог с ним. Проверим на удачу. Да, сама же поляна была. Ой, господи, вот так вам и поляна, блин. Ну, тут уже я точно не знаю, что делать. Я буду по-любому здесь сейчас... Я сейчас тройки здесь прокину все. Так, здесь тройка. Ага. Так, пока медведица у нас еще активейшн. Давайте так сделаем. Пусть Люська у него ультанет. Ай-яй. Отлично. Отлично, ребята. Люсю мы обыграли. Давайте думать дальше. Давайте искать. Тут надо взрываться. Тут надо прокручивать поляну. Так, давайте вот сейчас так сделаем троечку. Хорошо. Грим. Так, давайте... Так, у нас получается вот тут. Давайте вот эту даму. Вот так сделаем. И зарвемся. Вот так вот будем прокидывать. Желтый, зеленый. Давай. Крути. Отлично, крути. Ай-яй-яй, Люська. Хорошо. Заблочила, да? Ну что, бывает, ребят, бывает. Бывает такое. Ну, в принципе, я тут, смотрите, что придумал. Буду делать по-любому в Кедмана и взрываться. Пусть тут рандом сам играет игру свою. Что он хочет тут? Вот так. Куда? Хорошо, медведица. Отлично. Ну, теперь сам Бог велел. Давайте вот так сделаем. Ага. Тихо. Так, ну хорош. Так, сколько там ходов-то осталось у меня? Один ход. По-любому, давайте шакала. Тихо. Так, Кедман отошел, да? Ну, давайте раз, два. Работаем по этой стороне. Два, три. Тихо. Давай утку сюда. Так, давайте так сделаем. Раз. Отлично. Так, ну что? Ну давайте взорвусь. Хорошо. Тихо. Давайте так. Ну мы выиграли, ребят. Выиграли. На тоненького, ну выиграли, ребятки. Вот так
такой у нас турнир на четверках. Вот такая у нас неделя, ребята. Смотрите, да, пойдемте поглядим. Ну что, топ-5, как я вам говорил. Так, по рейтингу там получается, ребят, сколько там, по 22 тысячи. Ну, конечно, я отстаю намного. У меня 16700. Но давайте посмотрим оборона, да. Оборона у нас Б, то бишь это будет у нас еще плюс 650. Ну, где-то, короче, где-то 17-18, может быть, тысяч. 17, да. Короче, топ-5, я думаю, будет по-любому, ребят. Он по-любому должен быть. Ну что, на этой прекрасной ноте хочу вам пожелать хороших выходных, ребят. Отдохните, наберитесь сил на следующую неделю рабочую. Зарядитесь хорошенько. Погуляйте, расслабьтесь, маленько отдохните от игры, потому что, блин, мы же не киборги, можно и взорваться. Тем более с такими турнирами веселыми, да, с таким рандомом. Ладненько, ребятки, всех вас обнял, всем вам здоровья, счастья, всего самого-самого хорошего. Пока-пока.